Лук, свекла, морковь, капуста и картошка – основной набор для любой хозяйки. Еще 2 недели назад резкий скачок цен на эти продукты заметно ударил по семейным бюджетам. Теперь овощи для самого популярного российского первого блюда – борща – можно купить по хорошей цене. В тепличном комплексе одни из самых низких сегодня на территории Владимирской области, но сети начинают подтягиваться за этой ценовой политикой, и уже можно наблюдать, что там, если мы говорили, как морковь, как такое проблемное направление, да, и очень показательно, до 90 рублей цена доходила, сейчас уже в магазинах есть и по 70 рублей. Проведенная совместная работа фракции «Единой России» в законодательном собрании и исполнительной власти привела к стабилизации цен в кратчайшие сроки. Позитивный толчок дал ежедневный мониторинг. Рабочая группа сегодня посмотрела цены в фирменном магазине комбината «Тепличный» во Владимире. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, мы провели ряд совещаний и с органами местного управления, и с сельхозпроизводителями, с торговыми сетями, на которых выработали определенные меры по снижению цен на картофель и овощи борщевого набора. Все это, в общем-то, дало положительный результат. Он, конечно, наложился и на сезонное снижение цен, потому что поступила продукция нового урожая уже. Исправить сложившуюся ситуацию с ценами помог и комплекс первоочередных и долгосрочных мер. Депутаты «Единой России» в законодательном собрании подготовили обращение в правительство Российской Федерации для дополнительной финансовой поддержки сельхозпроизводителей региона. Это именно те меры, которые мы, как депутаты «Единой России», совместно с региональной властью предпринимаем для того, чтобы эти цены снизить. В настоящее время комбинатам предложен ряд мер, в том числе дополнительно открывается 15, ну нет, не дополнительно открывается, расширяются и открываются дополнительные точки по продаже и реализации основных овощей и сопутствующих товаров. Также в планах «Тепличного» открыть такие точки в других городах региона. Итоги работы по снижению цен борщевого набора подведут на следующей неделе. Секретарь регионального отделения партии «Единой России» Владимир Киселев лично проверит цены на базовые продукты в торговых точках областной столицы.